Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Не формат. С Михаилом Задорновым. На Юмор ФМ. Здравствуйте, уважаемые друзья. Пятница вечер, и самое время приходит для того, чтобы начать программу «Не формат» с Михаилом Задорновым. Мы находимся на прямой связи с Ригой. Михаил Николаевич у нас сейчас на экранах. Вы можете видеть это по нашей трансляции в сети интернет. Мы можем слышать Михаила Задорнова в эфире. Михаил Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня здравствуйте, здравствуйте. Я уже каждую неделю жду пятницы, потому что некоторые вопросы, которые приходят по телефону, они взбадривают конкретно. Сегодня я ожидаю большое количество вопросов. Мы их получили на наш короткий номер мобильный 0731. Очень большое количество в течение недели. Я надеюсь, что вы будете звонить нам сегодня, здесь и сейчас, потому что ровно в этом, на мой взгляд, и заключается суть прямого эфира. Скажу, что меня зовут Максим Завелин, я продюсер радиостанции Юмор-ФМ, чтобы было понятно, и я сегодня помогу... Я уже говорил, что несмотря на то, что продюсер, приличный человек. Михаил Николаевич, ну я... Да, у меня просто такой учитель, как... Я даже не знаю, как мне быть иначе. Оставаться только приличным, пожалуй. У нас сегодня очень много тем. Одна из тем, с которой мы хотели бы начать, очень неожиданно. Потому что обычно, Михаил Николаевич, здесь я хочу передать вам слово, потому что обычно вы эту тему поднимаете в конце ваших концертов, выступлений. Но сегодня, поскольку это не формат... Да, я ваш намек понял. То есть вы хотите сказать, что если я не скажу что-нибудь про американцев, то вроде как радиослушатели зря подключились к нашей передаче. Ну, задавайте вопросы про... А знаете, почему всем нравится, что я называю американцев тупыми? Потому что если я буду рассказывать о том, какие наши тупые, меньше будет нравиться. Вот когда кто-то тупой, вот это вот здорово. Вот. Ну, давайте потешим тех, кто хочет знать, что тупые все вокруг, но не мы. Знаете, я вспоминаю КВНовскую шутку, когда была на вас пародия, и ребята примерно следующее говорили. Выступление Михаила Задорнова в Америке. Ну какие русские тупые? Ой, ну это же Comedy Club делал. Ну и они это взяли, видимо, из КВН. Хорошая была пародия. Хорошо. Сообщает агентство Росбалтнам о том, что американкам запретили приходить в школу в юбках. В штате Коннектикут вместо юбок девушки будут носить брюки. Преподаватели решили таким образом повысить внимание мальчиков к учебному процессу. При этом разрешается носить только широкие штаны, чтобы они не стесняли движения, ну и, видимо, как бы приучали мальчиков к учебному процессу. Развернулась нешуточная дискуссия, нужно это делать или нет. Михаил Николаевич, ваши комментарии. Вот людям делать нечего. Вот правильно отвлекают от политической дури, да? Вообще, интересно, я много говорил об этом со сцены, вот об этой лжи, которая называется красивым словосочетанием политкорректность. Знаете, конечно, было много лицемерия в советское время, но до такого даже наши советские вожди не доходили. Ведь ладно, там брюки женщинам надо носить учительницам, но ведь вы знаете, как история по-английски? History. History. Так вот, женщины предъявили претензии в Америке, такие суфражистки нового поколения, предъявили претензии, что это такое, почему это his, his это его. Его история. Почему мужчинам принадлежит история? Петр, нужно ввести понятие her story. Ее история. Но, конечно, ну скажите, вот как я могу не включить в себе сатирика? Да, я стал старше и грустнее. Но как я не могу не включить по памяти сатирика, когда я узнаю, что в штате Калифорния в школах нельзя... Ну, не то, что запрещено, не рекомендуется, причем настойчиво не рекомендуется говорить слова папа и мама детям. То есть папа и мама – это оскорбляют тех, кто вступил в однополые браки. Нормально, папа, мама оскорбляют. Бомбить страны – нет, это нормально, это политкорректно. А говорить папа и мама – не политкорректно. И вот придумали юристы, кто правит Америкой – психологи и юристы. Там политиков нет, они все равно или психологи, или юристы. И они придумали такую замену. Вместо папы и мамы, чтобы никого не оскорбляло, ни геев, ни женщин однополых,
Да, будем их поняли, так называть. Поняли, что хотел да. сказать. Я не хотел... Я не знаю, как прилично в эфире произносить некоторые слова. И родитель номер один, родитель номер два. Но я бы послал им с удовольствием маляву. Ребят, а разве это не оскорбление? Значит, кто-то родитель номер один, а кто-то два? Значит, во-первых, уже вы по местам распределили. А бабушка с дедушкой, извините, родитель номер два, родителя номер один? Как тогда разобраться? Давайте тогда сразу. Родитель номер 87 и родитель 85. Как-то разница поменьше. Ой, но юристы, конечно, там заправляют вовсю. Ведь, смотрите, «Три поросенка», сказка запрещена для внеклассного чтения в школах Америки, потому что волк ел поросятину, свинину, а с мусульманским миром вроде как должны быть хорошие отношения. Ну, не было даже у нас в советское время такого лицемерия. И, наконец, рекорд рекордов. Толстый тоже оскорбляет личность человеческую. И вместо толстой изобрели еще одно юридическое уродство. Horizontal challenged. Перевожу для тех, кто не въехал. Горизонтально ориентированный. Вот, я въехал. Горизонтально. Представляете? Идет банкир со своей моделью. Это горизонтально ориентированный с вертикально ориентированный. Да, вертикаль с горизонталью. Да, ну и, конечно, меня, чтобы порадовать наших радиослушателей в нашей любимой Америке, теперь нельзя говорить слово, ну, простите, проститутка. Это вроде как оскорбляет, продажная женщина оскорбляет. И я, кстати, давно придумал замену. Женщина с заниженной планкой социальной ответственности. Но это хоть красиво звучит. Они еще... Проститутка вроде общепринятое было слово. Но то, что они придумали, ну, я не знаю. Даже я не могу этого предположить. Но если бы я был вот тем, о ком идет речь, я бы обиделся. Вместо проститутка теперь принято у них говорить. Готовы? Готовы? Сидите, да. Вдохните воздух в руки, как говорит Задорнов. Вдохнул? Да. Жертва обстоятельств. Гениально. Подъезжает пацан на джипе на Тверскую, говорит, две жертвы обстоятельств. Ко мне, быстро, в джип. Ой, ну все, поёрничали, завелись. Можно дальше и на умные темы порассуждать. Да, кстати, есть прекрасная тема, она тоже касается школ и... В каком-то смысле тех девушек, о которых мы только что говорили. Школы это... Заниженный планка социальной ответственности. Да. Путан и студентов заставили убирать улицы в Минске, пишет нам агентство «Сегодня UA». Простите, я не понял. Повторите, кого заставили? Путан и студентов заставили убирать улицы в городе Минске. При этом им выплачивают некую сумму, эквивалентную двум с лишним долларов США. А что, в Беларуси так решили рождаемость повысить? Я вот, да, думаю, как-то они две самые... Почему их объединили? По легкомыслию или как? Или те и другие с заниженной планкой социальной ответственности? Где общий знаменатель этого явления? Ну, гениально. Да. Да, ну я тут без комментариев, как на Евроньюз. Вы знаете, если снег в Минске убирают путаны и студенты, то в Удмуртии пошли еще дальше. Там обезьяны научились мыть пол в удмуртском зоопарке. Об этом Лента.ру сообщает. Обезьяны из зоопарка Удмуртии, глядя на работу сотрудников, научились мыть пол, чистить окна и выносить мусор. Сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу этого заведения. Здесь большой очень вопрос, кто приучал обезьян мыть? Тут все-таки сотрудники, которым не хотелось этого делать? Или обезьяны сами это сделали, Михаил Николаевич? Ну, конечно, ну, первая мысль, что, конечно, этим занимались сотрудники, потому что Дарвина там не было, и он их научить этому не мог. Но вообще, все это начинает доказывать, что обезьяны нам близки. Я, честно говоря, как сатирик, считаю, что Дарвин был прав. Мне многие говорят, а почему вот, как вот вы считаете, почему обезьяны тогда, если Дарвин прав, в наше время не превращаются в человека? А у меня вопрос на вопрос. А зачем им? Человек думает, как бы заработать денег,
сняли эти все бизнесмены, познакомиться с красивой женщиной, соблазнить ее, отвезти на юг, да? А у обезьян все это есть без лишних хлопот. У них нет потребности сегодня становиться человеком. Вообще, я как-то рассказывал, когда я понял, что человек произошел от обезьяны. Я ночевал в джунглях. Ночевал в джунглях Амазонки, ночевал в гамаке, несмотря на то, что снял номер в хорошем отеле, который стоял в русле Амазонки. Но когда я узнал, что экскурсию ведет местный индеец с ночевкой в джунгли, я, естественно, тут же пришел к нему. Мы на лодке отправились. В общем, три индейца поставили гамаки, разожгли костер. Ночью это было очень страшно, хотя они и сторожили меня, но, знаете, сплошное чавканье такое было в джунглях всю ночь. Такое, все ели друг друга. На утро я все-таки проснулся рано, с рассветом, и вдруг чувствую, на меня кто-то смотрит. Это была большая обезьяна. Она сидела на дереве где-то метра два, так, на высоте от земли, и внимательно смотрела на меня. И я понял, чего она хочет. Она думала, чтобы у меня стыбзить. И в этот момент я понял, люди произошли от обезьян. Что и подтверждает, собственно, теорию. Что подтверждает удмуртский зоопарк. Собственно, нам надо закончить тем. Ну, вообще, бедные обезьяны в наших зоопарках, ведь люди же к ним пристают, и это только в нашем зоопарке, заканчиваю, можно было увидеть, ну, это я видел лично в зоопарке, в одном из наших российских городов, было написано: обезьянам пиво не предлагать и сигареты тоже. Это только наши посетители нуждаются в этом предупреждении. Да, друзья, у нас короткая реклама. 0731 номер прямого эфира. 8870 номер для ваших сообщений. Неформат с Михаилом Задорновым. Продолжается программа «Неформат» в прямом эфире на радиостанции «Юмор-ФМ». Михаил Задорнов по нашему телерадиомосту из города Рига. Михаил Николаевич, нам поступают телефонные звонки. Еще раз отлично. Мы к ним вернемся чуть позже, потому что сейчас есть несколько тем. Вопреки ожиданиям, мы не стали сразу трогать политику, решили дать ей немножко настояться. И говорим о вещах, которые, на наш взгляд, могут показаться забавными и интересными нашим радиослушателям. Так, я здесь нашел, благодаря нашей службе информации, замечательную новость о том, что в Аргентине открылась школа супергероев. Между прочим, в Аргентине супергерои. Да, школа супер... Это я пытаюсь уяснить, так? Да, в Аргентине открылась в пригороде Буэнос-Айреса школа супергероев. Там есть один преподаватель. Он выглядит почти как популярный персонаж американских фантастических фильмов Робокоп. Он ходит в костюме из пластиковых щитков, закрывающих руки, грудь и спину. На своем мотоцикле он патрулирует улицы. Так вот, он открыл свою школу супергероев, о которой мечтал очень давно. Детей надо учить быть добрыми и отзывчивыми. Аргентинский робокоп считает, что таким образом он сможет всю Аргентину постепенно приучить к тому, что нужно помогать слабым, обездоленным. И такие вот супергерои разойдутся сначала по стране, а потом и по планете. Что вы думаете о перспективах возникновения в русле ЕГЭ такой школы, скажем, у нас в стране? А вы знаете, идея классная. Вот он вроде прикольно оделся, а ведь говорит-то он по существу хорошие слова и хорошему призывает. Ведь действительно, смотрите, вроде супергерой, голливудский образ, а он-то другое содержание вложил в супергероя. Будь добрым, и ты станешь супергероем. Ведь действительно, для того, чтобы... Вот сильный человек, он никогда не злословит, не орет. Вот знаете, когда я смотрю передачи у «Барьера», когда друг на друга орут, друг друга оскорбляют, я всегда думаю, какие же вы слабаки. Вот сильный человек никогда так вести себя не будет. Если в подворотне встретились, один орет, я тебе сейчас начищу харю, а другой стоит молча, то начистит точно тот, который молчал. И вот он правильно замутил эту тему. Супергерой всегда спокоен, добр. Я более того скажу, что чем больше, открою секретик, не все меня поймут и прислушаются, но чем больше делаешь добрых поступков, тем сильнее становишься сам.
И этого никак не могут уяснить люди на планете. Не только в российском человечестве, а вообще. Так что мне это нравится. А если примитивно понимать школу супергероев, как некоторые понимают, то нам открывать не надо. Езжайте на север, учитесь в наших северных школах без газа, воды, отопления. Еще сдадите ЕГЭ, точняк, супергероями станет. Михаил Николаевич, раз уж мы так затронули тему школ, я нашел еще одну интересную новость, которую телеканал «Мир» предлагает нашему вниманию. Так вот, новость следующая. Казахстанские экстрасенсы уверены, что ясновидению можно научить каждому. Более того, в республике открылась первая школа ясновидящих. Чтобы плодотворно и качественно развивать способности, которые есть у каждого, нужно учиться в нашей школе. А учиться есть чему, уверяет основатель школы экстрасенсов, внимание, Рубен Попян. Ну, конечно, врожденный казах. Но... А сколько поступило в эту школу? Уже есть данные? Да, здесь, вопреки ожиданиям, уже набралось 50 человек. Желающих много, говорит телеканал «Мир». Хотя обучение не бесплатно, $150, уже набралось 50 человек, которые будут обучаться в этой школе. То есть 50 человек набралось, хотя обещали всех обучить. Значит, всех лохами не удалось сделать, только 50 стало ими, а остальные пока еще сохраняют здравомыслие. Знаете, ко мне часто за кулисы приходят ясновидящие, пророки, ой, ко мне вот эти все просветленные идут. Так интересно разговаривают иногда. Знаете, пришел один в Харькове, говорит, я пророк. Я говорю, да. Он говорит, но у меня нет учеников, помогите с учениками. Я говорю, какой вы пророк, если у вас нет учеников? И почему я своих должен отдавать вам? Потому что я пророк. Как-то разговор не заладился у нас. Но один пришел и говорит, откройте мне третий глаз. Почему они меня принимают за ведьмака какого-то, понятия не имею. Но я посмотрел на него. Максим, вот это всем, кто хочет овладеть ясновидением, я сейчас адресую. Я ему сказал, по-моему, хорошо. Третий глаз хотите, чтобы я вам открыл? Он говорит, да. Я говорю, вы сначала свои два откройте. Вы ими ничего не видите. Тот, кто хочет открыть третий глаз, означает, что слеп на свои оба. Прекрасно. Вот так я как-то сказал, и аж мурашки побежали у меня по спине. Значит, правду сказал. У меня есть точный критерий. Если мурашки пошли по спине или я хочу чихнуть, значит, я сказал правду. Так, я понял. Постараемся сегодня прийти к этому. И каждый раз чихать после каждого ответа. Да. По поводу третьего глаза. Ну, да. Многие знают, что этот глаз фотографический, глаз, да, камеры. И теперь мы потихоньку переходим от вещей комических к тем, которые могут так или иначе, а может быть даже в серьезной степени, повлиять на нашу жизнь. Вы знаете, что председатель ЦИК Российской Федерации Владимир Чуров, выступая... Не, только не говорите, что у него третий глаз. Я вас прошу. Сейчас мы к этому придем. Неожиданно, но оказывается, он с ним очень близко знаком. Так вот, он говорит, что предстоящие президентские выборы будут иметь не столько серьезное политическое значение, но и большую художественную ценность. Об этом он заявил на пресс-конференции в Интерфаксе. Дальше Владимир Чуров говорит следующее. Это уже попало в интернет и распространилось с невероятной быстротой. Владимир Чуров говорит, если луч солнца попадает под определенным углом на полупрозрачную избирательную урну, еще не сильно заполненную бюллетенями, то получается редкое оптическое явление, очень красивое. Можно поймать и художественный кадр, говорит он. И дальше он рассказывает о том, что он очень долгое время занимался фотографией, это к вопросу о третьем глазе. И первый снимок он сделал в 1957 году. Это были корабли на Неве. Ну, видимо, в объектив и «Аврора» попала. Отсюда, собственно, все выборы и так далее. Вообще, мне нравится это сравнение. Луч, попадающий на урну. Урна вообще означает, что там мусора много. Вообще, урна для мусора предназначена. Михаил Николаевич, у нас есть в программе... Новый проект, называется он «Звонок от звезды». Давайте послушаем по этому поводу вопрос от одного замечательного человека. От звездного друга. Да, вот. Звонок. Не формат. Вопрос от звезды. Борис Грачевский. Дорогой Миша, очень интересно, как ты прокомментируешь такое грандиозное событие, как наш председатель избиркома придумал такой клип «Луч солнца» на прозрачной урне, в которой уже лежат бюллетени. Мне очень интересно твое мнение. И твоя мощная оценка, я жду от тебя.
Формат с Михаилом Задорновым. Только прямой эфир. Звоните 0731 со всех мобильных. Во-первых, само словосочетание «прозрачная урна» чудовищно. Это так же, как живой труп, горячий снег и порядочный депутат. Это практически оксюморон. Оксюморон. Луч света, который светит в урну, это символ нашей жизни сегодня. Но, как я говорю, хотя бы не свет в конце туннеля, хотя бы свечку в конце туннеля кто-нибудь поставил. А вообще, конечно, Чурову это подходит. Потому что у него говорящая фамилия. Знаете, в славянском языке есть слово «чур меня». Да. Чурки ставились как обереги. По-моему, он оправдывает свою фамилию. Так и хочется сказать в следующие выборы. «Чур меня, чур меня». По поводу выборов есть замечательное. «Чуров меня», можно так и говорить. «Чуров меня побрал», вот. Или «чуров», знаете. «Чуров». Это чтобы англичанам было понятно. Да, которые приезжают иногда. Ой, слушайте, ну когда наш президент, вот это, я не знаю, Грачевский видел это или нет, но это ему будет интересно, если не видел, а телезрителям будет интересно точно. Многие этого не видели. А я видел, когда в гостях у Чурова, такую передачу можно делать, пришел президент и опустил, ну, естественно, за себя любимого, за свою любимую партию, опустил в урну. Как эту бумажку? Как он называется? Бюллетень. Ну, это тоже для больных ведь бюллетень. То есть здесь все с больными связано. Одно слово голосование, голо и сование. Уже здесь все ужасно. Урна, бюллетень, голосование. Все. Но он опустил, и такой радостный стоит и говорит, наклонившись к урне, спасибо. Это гениально. Когда он поблагодарил урну, но дальше, это было в эфире, но никто же не знает, что дальше было. А мне-то потом показали, они же сегодня же на фотике все снимают. Урна тоже сказала спасибо. Урна тоже сказала, пожалуйста. Нет, урна сказала на здоровье. Это была нано-урна, сделанная Чуровым. Поэтому ему осталось только начать картины писать. Представляете, в такой в стиле Дали. Урна и луч света падает на бюллетени. И там один бюллетень приоткрылся, и там написано «Путин». Чудная картина такая будет. Да. Да, у нас продолжается программа «Неформат» с Михаилом Задорновым. Мы ждем ваши звонки 0731. Сейчас прерываемся на короткую рекламу, после которой продолжим. Дорогие друзья, продолжается программа «Неформат» в прямом эфире радиостанции «Юмор-ФМ». У нас радиомост между Москвой и Ригой. В студии Москвы, в Москве находится продюсер радиостанции «Юмор-ФМ» Максим Забелин. Это я. И на прямой связи с нами автор и герой программы Михаил Николаевич Задорнов, который отвечает на ваши вопросы. 0731, звоните. Мы продолжаем подводить определенные итоги недели, которая была очень богата на события. Это и митинги, это и предстоящие выборы, и комментарии различные. И вы знаете, среди прочего появилась информация, которая сейчас активно муссируется, о том, что Станислав Говорухин, который является руководителем, как вы знаете, предвыборного штаба Владимира Путина, издал агитационную брошюру. Ну, точнее, он рассказал об этом журналистам, а брошюра была издана и, видимо, готовится к распространению по всей стране в предвыборные штабы Владимира Владимировича Путина. Называется она «101 вопрос начальнику штаба». Так вот, в этой брошюре Станислав Говорухин, наш великий режиссер, дает некоторые оценки и информацию по тем событиям, которые наиболее остро волнуют сегодня общество. В частности, он пишет, что с приходом Ельцина появилось такое выражение, как «я россиянин». Это поганое слово, отмечает Станислав Говорухин, поясняет, что предпочитает называть себя русский. А вы знаете, я, во-первых, мне очень по душе то, что Говорухин занялся этим делом. Вообще, это знак, что власть, может быть, когда-нибудь попытается начать умнеть. О, как я так выразился, витиевато и мухряво. Говорухин серьезный человек, серьезный режиссер, талантливый человек. И то, что обратили на него, кроме того, он человек порядочный, он не продажный, он не политик. И то, что к нему власть обратилась за помощью, это, в общем, наверное, неплохо. Смотрите, и уже он, не стесняясь, делает серьезное заявление. Действительно,
Я вам должен сказать, что я с Ельциным был знаком, и я отниму малость времени, но скажу то, о чем никогда не говорил. Однажды мы были в бане. После матча теннисного с его окружением, это было хорошо, интересно, и в бане разговорились. И был в бане Бурбулис, и еще не помню, кто-то из, по-моему, Шахрай был. И разговор шел о том, что нужно новое слово, например, «россияне». Выкопали, что такое слово было в истории, иначе это не политкорректно. Ну, прямо как вот у американцев. Ну, как может быть слово «русское» не политкорректным? И я тогда шел такой спор, я первый раз был тогда в их компании, что-то я стушевался и свое мнение не высказал. Хотя, если бы я высказал, единственное, я бы себя больше уважал, но это бы ни на что не повлияло. Скажите, ну почему казахи говорят, украинцы говорят, латыши говорят, а русские не говорят? Ну что же это такое? Почему как только человек русский говорит про русских, что они русские, он сразу кто? Славянофил. Ну почему нет? Почему нет казахофилов? Почему эстонцофилов нет? Почему нет евреефилов? Они очень чтят своих предков, свои традиции. А мы не можем. Нас сразу объявляют славянофилами. Я категорически согласен со Станиславом Говорухиным, хотя мы с ним знакомы шапошно. Я хочу продолжить. Здесь есть еще несколько замечательных, на мой взгляд, и занимательных вещей. Да, очень интересно, что Говорухин еще сказал. Да, он сказал... Ничего на таком посту! Обращаю ваше внимание. Интересно, я послушаю тоже. Да, он говорит о том, что очень много вопросов, которые ему задаются, на которые он отвечает, посвящено национальной тематике, положению русских в стране, возвращению Крыма, кормлению Кавказа, в частности, имиджу батьки Лукашенко и вообще Беларуси, отношению с ними. И по этому поводу у нас есть звонок из Москвы. Павел, здравствуйте. Сорвался Павел, он хотел как раз что-то по поводу Беларуси спросить. А вообще много звонков срывается. Мы должны как-то извиниться перед звонящими и сказать, что, собственно, можете и не звонить. Либо, дорогие друзья, мы приносим извинения, если вы долго остаетесь на линии, просто дождитесь, когда мы увидим вас в эфир, чтобы вы могли пообщаться с Михаилом Николаевичем. В брошюре противопоставляется Россия и Запад, и господин Говорухин перечисляет деструктивные западные организации, подогревающие протестную активность в России. Это фонд Генри Джексона, Агентство по международному развитию, Национальный фонд за демократию, Всемирное движение за демократию, фонд Форда. Странно, что здесь нет Генри Киссинджера, о котором мы говорили на прошлой неделе. А у него фонда нет, он сам себе фонд. Сам по себе. Это я над ними, над всеми, я добавлю, стоит, знаете кто? ЦРУ! ЦРУшники! Простите, не политкорректно. Да, не политкорректное такое слово, но ЦРУ. У нас же не формат, поэтому... Да, можно. Все, да. Дальше он пишет о том, что пришедшие на Болотную площадь, и это имеет отношение к теме этой недели, одной из тем этой недели, о прошедших митингах, что пришедшие на Болотную площадь и проспект Сахара представители либеральной интеллигенции заинтересованы в очередной смуте, после которой остаются кровь и насилие. Ваше мнение по поводу митингов, Михаил Николаевич? Ну, знаете, у меня же не только третий глаз, еще и четвертый открыт. И поэтому я выскажу свое мнение. Оно, может быть... Только имейте в виду, вы же юмор FM, а здесь все-таки я скажу всерьез. Митинг прошел вяло, и даже мне пришлось слышать такие нападки на власть, мол, власть специально учинила мороз, чтобы митинга не состоялось. Так. Уже, ну, конечно, оголтелых много, но суть вот в чем. Обратите внимание, Киссинджер приезжал в Россию незадолго до того, как должны были состояться все главные митинги протестующих. Киссинджер просто так не приезжает. Это хитрейший лис из всех мировых лисов, служащий мировому миллиарду. Если он приезжал обязательно перетереть базар какой-то. Они встречались с нашими верховодителями. И после этого, я так понимаю, договорились. «Мы», — сказал Киссинджер, — «вы не будете протестовать против наших действий в Сирии, в Иране,
и далее, а мы не будем больше провоцировать против вас ваш народ и не будем их оплачивать. Мороз и недооплата, конечно, много людей не пришло. Я не говорю про оплату всем. Действительно, были среди них очень трезвомыслящие, верящие, искренние, но были и агенты влияния, бесспорно. И сейчас такого вот содействия со стороны Запада бунтующие не получат, поэтому это угаснет. А содействие другого митинга, а поддержка другого митинга пошла из Кремля. Мне написали на электронную почту многие, вы представляете, нам на работе обещали премию, если мы пойдем на митинг в поддержку Путина. Причем обещали 300 рублей, а когда мороз усилился, 500 рублей стали обещали. Ну, смотрите, да, кому-то привилегии, выгоды за участие, и все равно было мало. Но журналисты же видели, было от силы 20 тысяч, а на телевидении уже, сейчас же пошли слухи, что с телевидения будут снимать одного за другим директоров, главных продюсеров, и те уже хотят выслужиться, так выслужиться, или напоследок, или чтоб все-таки не сняли. И вместо тех 20 тысяч, что были реальными, сказали 100 тысяч, а кто-то 120 тысяч, там к вечеру до 200 их нагнали уже. Да, Михаил Николаевич, у нас звонок на 0731, давайте послушаем. Не сорвется, давайте, не сорвется. Павел, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Хотелось бы вот задать вопрос. Вы много писали про украинское правительство, про американское, ну и вообще про Америку. Вот. Но ничего не слышно было про Белоруссию и про его главу Лукашенко. Хотя страна тоже прикольная и со всеми ее недостатками и достатками. Хотелось бы, ну, про это спросить, хоть напишите что-нибудь, а то у вас там промелькнуло что-то там про партизанский отряд посреди Европы. Вы вроде больше ничего. Хотя вот. Ну, Павел, вы из Белоруссии? Вы из Белоруссии? Да, я родился в Белоруссии. Сейчас давно уже живу в Москве. Да. Вот. Ну, смотрю за происходящим в этой стране. Беспределом, так скажем. Ну, я с вами не совсем согласен, спорить не буду, но свое мнение выскажу. Мне очень многое нравится в Беларуси. И то, что о Белоруссии пишут, не всегда есть правда. Все-таки журналисты закодированы, им флешки в голову понавставляла наша власть и наши финансовые акционеры. Да, в Белоруссии многое примитивно выглядит, бесспорно, но, например, там ставили мой спектакль. Не нужно было обращаться никому из банкиров, спонсоров. Выделили деньги в театре и поставили спектакль. Не надо было привлекать деньги для того, чтобы художник какой-то пришел. Поставили чудный спектакль, великолепно играют актеры. Там великолепный театр оперы и балета. Там все театры на дотации. Там по всем школам строятся стройплощадки во всех школах. Я долго могу перечислять преимущества Беларуси. Я не хочу говорить о том, что мне не нравится сегодня в Беларуси. На мой взгляд, хотя не удержусь, скажу, примитивно ведет себя с оппозицией власть. Нельзя силой решать. Действие рождает противодействие. Это просто глупость. Но когда москвичи приезжают и говорят, ой, вы тут отсталые, вы такая шняга фуфловая тут в Беларуси, а мы, я вспоминаю слово точное, москали. И расскажу вам, как я в пятизвездочной гостинице, а в Беларуси, между прочим, есть, несмотря на то, что я называл Беларуси партизанским отрядом, пятизвездочной гостиницы. И я останавливаюсь в Минске в гостинице Европа. И, знаете, я оформляюсь, и оформляется москаль такой, зубы веером, вообще, весь в перстнях. И, ну, извините за это слово, ресепционистка, которая на ресепшене, это чисто русское слово, ресепционистка, его все русские теперь понимают, хорошенькая такая, беленькая, светлауровая белорусочка, ну, точно дед в партизанах был, с чистыми глазами. Вот сейчас бы, если был партизанский отряд, она бы медсестрой стала. И вдруг этот москаль передо мной задает ей вопрос. А у вас эротические массажи в гостинице делают? Вы не представляете, что с ней было. Она и без этого бледняшка была такая. Она совсем побледнела. И она не знает, что ответить. Глаза возненавидели его вмиг, такие глаза действительно партизанские. Но она не может ему ответить, она менеджер, ее уволят. Я ее выручил, я горжусь этим.
Я ему говорю, этому москалю, я знаю, где в Минске делают хороший эротический массаж. Дам телефон. Он поймался, не понял, что я его приколю. Говорит, где? Я говорю, здесь лучший эротический массаж делает ОМОН. И она посмотрела на меня с благодарностью, что я ее выручил. Белоруссия прекрасная страна. Мы вещаем и... Это правда. Да, и на Россию, и на Украину, и на Белоруссию. И сейчас у нас радиомост с Риги. Ой, одну да, секунду. Да, конечно. Не секунду, момент. Но это же гениально. Вот многие Лукашенко во всем винят. А ведь он тоже не формат. Посмотрите, наши чиновники с ними борются. Война с коррупцией. Почему война, а не борьба? Я говорил, потому что на войне забирают себе все. Трофеи. Но... А что сделал батька? Вот он батька, его нельзя назвать президентом. Президент это просидеры, это просидевший. А он батька, он привел всех министров в тюрьму весной. На экскурсию в тюрьму и сказал, смотрите, сколько свободных мест. Вот так вот. И они перестали, и они не воруют в результате. Батька, нам батька нужен. Прекрасно. Получите. Да, не формат с Михаилом Задорновым, продолжим через несколько минут. Еще раз добрый вечер всем, кто присоединился к эфиру радиостанции Юмор-ФМ. У нас продолжается программа, которая называется «Не формат с Михаилом Задорновым». Радиомост между Москвой и Ригой. Михаил Николаевич Задорнов на прямой связи с нами. Есть такой. Мы продолжаем принимать звонки на телефон 0731. И у нас есть звонок от Валерия из Москвы. Валерий, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы вас слушаем. У меня такой вопрос. Вот сейчас на протяжении ряда лет идет реформирование вооруженных сил, ну, которое, в принципе, вот мое мнение, не знаю, насколько оно объективное или субъективное, но я являюсь офицером в третьем поколении, да. Просто уничтожило в своем понятии такое понятие, как офицеров. Сейчас, в моем мнении, произошла чистка, как в 17-м году, только другими способами. Более, может быть, демократичными, если можно так сказать. То есть более лицемерными. Вот так давайте выражаться. Ну, наверное, может быть. Потому что, получается, очень много офицеров верхнего звена, весьма порядочных людей. Потому что я считаю, что все-таки класс офицеров делится на два понятия. Есть офицеры, а есть офицерье. Причем наша Хорошо. Власть почему-то не видит в этом разницы. Так же, как есть политики, а есть политиканы. Вы хорошо, по-моему, сказали. Лучше и не скажешь. Я думаю вообще, что когда наши люди затевают реформу там, наверху, то смысл один. Это заработать денег на всяческого рода откатах. И я думаю, та же ситуация сегодня в армии. В армию пришли торгаши. А торгаши и демократия, близнецы-братья, как Ленин и партия. И они затевают реформы, которые закончатся тем, что пошьют Юдашкин новые фуражки всей армии. А офицеры превратятся в торгашей офицерье, и они, в принципе, и останутся на какие-то годы. Все равно это не навечно. Все равно когда-нибудь, я верю в это, что наш народ очнется от закодированного мышления. Ведь когда-то наших офицеров звали соколики. Сокол — это птица самая быстрая, отважная, с достоинством. А сегодня как вы можете назвать соколом нашего министра обороны? Вот посмотрите на него и рядом на птицу сокол. Я был на юбилее Ножкина, и там было много достойных офицеров из нашего прошлого. Вот это были соколы. А когда вышли ребята, игравшие офицеров, Юрий Соломин, боже мой, Василий Лановой, и стоит Михаил Ножкин, и вот эти три офицера, ребята, это соколы, этот фильм надо смотреть. Но бесполезно советовать это нашему министру обороны, он родственник, и это его пост. Главный, который он занимает, а не пост под названием министр обороны. Оборонить Россию он не сможет. А пошить новую форму по договору с Юдашкиным и через офшорную фирму провести все он сможет. На этой неделе появилось несколько довольно
интересных высказываний из предвыборного штаба Владимира Путина, причем сделал их сам кандидат в президенты. В частности, он сказал о том, что есть одно из предложений – перенести часть январских каникул на май. То есть каникулы майские будут не с 1 по 9, а по 18 теперь. Я так понимаю. Знаете что? Ну, я чувствую, что Путин ищет какие-то тоже неформатные такие предложения, адресованные народу, а не своему окружению. Но я бы на его месте тогда сказал... Надо не перенести, надо отменить эти новогодние. Ну, посмотрите, ни в одной стране нет такого количества праздников, только потому, что депутаты ездят в горы на лыжах кататься. Ну, что же это такое? А в мае? Как можно май переносить? В мае мои любимые американцы не тупые, бизнесмены, весьма остроумные и умные, приехали делать бизнес в Россию. Ну, да, конечно, в этом они были тупы. Приезжать в начале мая делать бизнес в России могут только тупые. Они ездят по городу, по Москве, пустые улицы, никого нет. Они спрашивают, 5 мая, они спрашивают, а что, почему людей нет на улицах? Почему закрыты офисы? А им говорят, праздник. Говорят, какой? 1 мая. Они конкретно не въезжают. Говорят, как 5 мая можно праздновать 1 мая? А им говорят, так еще 9 впереди. Не может страна с таким количеством праздников вообще экономически развиваться. И я бы на месте Путина задумался. Он ведь у нас сокращенно ВВП, Владимир, да. Владимирович Путин. А ведь есть еще внутриваловый продукт. Он не должен забывать, что он внутриваловый продукт. Да, у нас есть сейчас небольшое предложение. Есть замечательная песня, которую мы откопали в недрах интернета. Исполняет ее, сейчас постараюсь не ошибиться, Толибжон Курбанханов. Песня называется «ВВП». И, собственно, для... Вот ничего, я случайно так сказал. Да, вы к этому подвелись, Михаил Николаевич. Давайте послушаем. Толибжон Курбанханов. Не формат. На Юмор ФМ. Когда его не было, одни заботы. Страна в кризисе, народ страдал. И в это время Бог его послал. Заметили, когда он пришел во власть. В начале века и тысячелетия. Он Божий посланник, и он многое даст. С приходом его во всем улучшение. Хорошая стратегия, заметили вы. Нет никакого долга страны. Нам доказал за свое президентство. Выполняет обещания, отвечает за слова. ВВП спас страну. ВВП он защищает. ВВП поднял Россию и все больше развивает. ВВП спас народ. ВВП оберегает. ВВП, когда во власти, он стабильность сохраняет. Прямой эфир с Михаилом Задорновым. 0731 с мобильных. Ой, классная песня. Причем ведь поет всерьез. Если бы он прикололся, я бы ему простил это все. Но поскольку эта песня всерьез исполнялась, я считаю, ее должен исполнять не вот то, что вы, как вы сказали, да, и я не запомнил фамилию автора. Надо, представляете, хор партии «Единая Россия». Вот Чуров, Грызлов, вот они должны с подтанцовкой такой бэк-вокал должен быть «Единая». Вот это должна стать песня гимном «Единой России». Прекрасно. И исполняться перед... И Чуров должен пускать... Вот знаете, как Газманова запускают, перед, когда поезда приходят в Москву на перроне. Вот так во время голосования, в день голосования, перед каждой избирательной урной должна звучать эта песня. То есть урна говорит, спасибо за ваш выбор, прослушайте песню. Прослушайте, опустил и песня.
Прекрасно. Талибжон Курбанханов зовут исполнителя с песней «ВВП». Мы, кстати... Я буду учить вечером. Ее песню, я имею в виду. А, я понял, да. Мы вам отправим. У нас продолжается эфир, программа «Неформат». 0731, телефон прямого эфира, 8870, телефон, это короткий смс-номер. Михаил Задорнов находится на радиосвязи в нашей студии «Юмор-ФМ» в городе Рига. Меня зовут Максим Забелин, я продюсер «Юмор-ФМ», я нахожусь в Москве. Мы принимаем ваши звонки, отвечаем. И у нас начало следующего часа. Дорогие друзья, мы только что перевалили за экватор нашей программы, но она продолжается, будет продолжаться еще долго. У нас есть телефонные звонки, 0731, напомню, номер телефона прямого эфира. И у вас есть уникальная возможность пообщаться с автором и героем нашей программы «Неформат» с Михаилом Задорновым. Ой, вы мне напомнили, сейчас сказали, не формат с Михаилом Задорновым, мне же письмо пришло, я только сейчас вспомнил о нем, по электронной. И там написано, почему вы согласились участвовать в электронке, готовы? Сидите, вдохните воздух в грудь. Почему вы согласились участвовать в передаче «Неформал» с Михаилом Задорновым? Я бы на вашем месте обиделся, Максим. Да, я только просто сейчас услышал, несколько раз повторяли, и я вспомнил, что такое письмо получил. Да, ну, что же делать? Вот ну, путают люди. Наконец-то стал неформалом. Да. Вы все время говорите, что продюсеры должны становиться нормальными людьми. Ну, вот в каком-то смысле я, видимо, перегнул палку, стал из нормальных людей уже неформалом. Да. Но другой конец этой шкалы ценностей перешел. Я хочу напомнить, что мы подводим некоторые итоги прошедшей недели. И у нас есть звонок. Это Андрей из Москвы. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Михаил Никол. Здорово будете. Подскажите, пожалуйста, вот как вы относитесь к тому, что вот в госкорпорациях, так скажем, советы директоров получают такие премии в конце года, которые соответствуют бюджету какого-нибудь деревенского поселения за Уралом? Как я могу относиться? Это отвратительно. Но, видите, у нас же капитализм в стране. Мы жаждали, мы идеализировали эту тему. Вот и получили, чего хотели. Я никогда капитализм не идеализировал. Это называется прибавочную стоимость себе присваивают капиталисты. Один закон, я все время об этом говорю, принять бы, чтобы 10% от прибыли, которую производит завод, могли делить между собой акционеры. А 90, а то и 95 должны делиться между теми, кто производит продукт. И все, да, украдут, но все равно эта схема будет прозрачной. Это можно наладить, желания нет. Для того, чтобы решить проблему, надо решиться ее решить. Вот чего нет. Поэтому ваш вопрос правильный, но он половинчатый. Как отношусь? Да мы все можем плохо относиться. Но если мы ничего не предлагаем, то мы будем... всегда, вечно относиться к этому плохо. А это надо менять. А тех, кто это делает, надо... Знаете, что делать надо? Вот весна идет, сажать надо. Весна – это время посадок. Сажать и еще раз сажать. Саженцы готовы. Между тем, Михаил Николаевич, приходит сообщение от агентства «Лента.ру» со ссылкой на «Франс Пресс», где указано, что экс-президент американского производителя бурового оборудования «Наборс» Юджин Айзенберг с говорящей фамилией отказался от компенсации за уход из компании в $100 миллионов. 82-летний Юджин Айзенберг покинул свой пост и сказал, что он не будет в качестве золотого парашюта забирать вот эти $100 миллионов. Люди отказываются. Ну, что вам сказать? Значит, он за то время, пока работал, столько поимел, что это для него капля в море. И мне его жалко, потому что как он будет жить с такими бабками дальше, я не представляю. Ведь он за них будет все время трястись. Мне вообще, Максим, мне очень жалко богатых людей. У тех, у кого много денег. Вот эти рублевские наши олигархи, полуолигархи, четверть олигархи, мягкие олигархи, плюшевые олигархи. Одни врачи их так разводят, они все время болеют. И у них находят такие болезни, которых вообще в мире нет за их бабки. Они боятся бандитов, врачи, они всего страшатся. Они живут в постоянном стрессе. Я об этом могу говорить долго. Давайте дальше, а то да. Меня занесет. Михаил Николаевич, состоялись на этой неделе дебаты телевизионные между Владимиром Ивановичем Жириновским и Геннадием Андреевичем Зюгановым. Так вот, вместо споров друг с другом, они предпочли совместную критику Прохорова. Так что я хочу сказать, что вам жалко, да, богатых людей, а им совсем нет. А Прохорова мне особенно жалко. Они говорят,
что вас пугают, это практически совместное заявление, что если Зюганов и Жириновский станут президентами, то будет гражданская война. Все будут отбирать. Ничего подобного, заявил лидер ЛДПР. Все будет делаться спокойно. Отбирать спокойно. Ой, ну он красавец. Да, дальше в своих выступлениях они практически не спорили на сей раз. Говорили о том, что у них очень много общего в программах и так далее. Но они наконец пришли к их общей боли, видимо, Михаил Прохоров. И они сказали, что вот Геннадий Андреевич, жалуется Владимир Жириновский, дал мне ваучер на Йо-мобиль. А этого Йо-мобиля еще не существует. А Зюганов в ответ произнес шутку, которая там, говорит о том, что скоро у нас, возможно, будет Йо-президентство и Йо-Кремль. И у нас по-русски Йо, это на Йо начинается самое плохое слово. Подчеркну, ну, я только возражу насчет последнего. Это хорошее слово. Просто произносить ее надо в правильном месте и в правильное время. А другое страшно, что действительно, ведь если не страшно, забавно, представляете, у нас будет ее президент, а если Прохоров победит. Но, говорят, Прохоров сейчас выпускает другие товары, начинает выпуск товаров народного потребления, ко всем будет представлять букву «Ё». Это будет ее паркет, это будут ее фены, ее кухни, но самое страшное будет, когда он будет, начнет выпускать бани. Простите, да. Меня потянуло. В русле холодов, которые, как мы выяснили сегодня, власть напустила на страну, чтобы не дать митингующим выйти. И, собственно, они со своими банями будут ходить. Да. По поводу здоровья мы с вами говорили. Да, сегодня вы сказали, что у вас есть один ценный совет. Ну, по поводу здоровья у меня всегда есть такой совет. Вот итальянцы сегодня подражают итальянцам. Опять все наши богатенькие. Они совершенно забывают, кстати, то, о чем говорил я давно. Богаты от слова «бог», а не от слова «бабки». Не надо путать. Тот, кто истинно верит в Бога, тот и богатый духовно человек. Но это несколько о другом. Многие из них носят сегодня шарфы. Красивые итальянские шарфы. Причем иногда даже летом идут в шортах и шарф обмотает такой. Идет красавец вокруг шеи. Болеть будут так же, как итальянцы. Посмотрите на итальянцев-туристов. Они все время чихают. Они такие дрыхчихглоты. И все время лечатся. А эти лекарства не лечат западные на сегодняшний день. И я все время хочу внушить людям, ну вы живите, ну как, согласно законам природы, не носите шарфов, начиная с осени, вы никогда не будете болеть. Дышите, научитесь правильно дышать. У вас всегда будет мощный иммунитет. Вам не надо будет носить марлевые повязки. Вопрос, как дышать? Выдох должен быть значительно длиннее вдоха. Вот вдохнул, и да, дольше должен быть выдох. Тогда обмен веществ идет на так называемом дыхании, которое вырабатывает электроны и ионы. И кровь насыщается вот этой составляющей, ионизированной электронами. И это и есть иммунитет. Вас не можете научиться дышать так, сидя. Ходите гулять в лес и при ходьбе один шаг вдох, четыре выдох. Никогда болеть не будете. Никогда не будет гриппа. Я имею право это говорить, потому что я сам научился этому. Михаил Николаевич, у нас есть вопрос от человека, который сам, видимо, не понаслышке знает, что такое находиться долгое время на морозе, строить дома. Давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, Михаил Николаевич. Вот такой вопрос. Я вас очень много слушаю, ну, как бы, вы, мне нравится, как вы рассказываете, есть чему поучиться. Но вы все время затрагиваете в своих монологах, вы затрагиваете бессовестность строителей, ну, приводя там разные примеры. Но не раскрываете эту тему. Вот хотелось бы знать все-таки, в чем это выражается, в каких конкретно примерах и вообще ваше отношение к строительству. Нормальный вопрос и нормальный ответ. Юрий, видимо, имеет в виду... Юрий имеет в виду, возможно, ваш монолог «Смеркалось»? Нет, другое. Ну, я начал об этом говорить давно. Наши вдруг решили, что они менеджеры строительства, а менеджеры — это манагеры и кое-какеры по-русски.
но они якобы овладели сегодня западными технологиями. Мне здесь, в Юрмале, менеджеры местные по европейским технологиям положили крышу. Но она протекла сразу. Здесь большинство домов с приходом весны протекает, потому что крыша неправильно положена. И что сделал я, будучи человеком с открытым четвертым глазом? Я пригласил белорусов. Два белорусских крестьянина приехали и положили крышу по-советски. И крыша уже 12 лет не течет. Сегодня примитив строителей в том, что они якобы овладели технологиями западными. Но то, что хорошо у итальянцев, не работает у нас. Эти стены не держат тепло, выстроены по технологиям испанским, итальянским. Даже испанская мебель не годится для русского сибирского мужика. Если он со своей девахой завалится на испанскую двуспальную кровать, она развалится. И когда меня поселили в пятизвездочной гостинице в Украине, я не мог найти выключатель. Знаете, перед тем, как заснуть, у кровати должен быть выключатель, правильно? Ну, я не могу найти выключить свет. Оказался выключатель на балконе. Нормально? Мне надо встать с постели, пойти на балкон, выключить, вернуться, закрыть дверь и лечь в постель. А когда в Красноярске душ был вмурован в стену на уровне моего пупка, и это сделали менеджеры-строители, его вынуть нельзя было. Я позвал эту этажерку, дежурный по этажу, говорю, а если я весь помыться хочу? Она говорит, вы поверните его вверх и дайте максимальный напор. А когда в подмосковной деревне я принимал душ во дворе, открыл кран, а оттуда комары полетели из насадки душевой. И все это делали сегодня, мэн, да я вам бесконечно могу. Мне дверь поставили так, что мне надо было вылезти в окошко, входную дверь открыть, залезть в окошко и выйти после этого. Мне говорят, что пора заканчивать. Впереди у нас или реклама, или песня. Я не знаю, что у нас. У нас прекрасная, замечательная реклама «Неформат» с Михаилом Задорновым на Юмор-ФМ. Продолжается прямой эфир радиостанции Юмор-ФМ. Радиосвязь и телемост, установленный между Ригой и Москвой, в студии в Риге Михаил Николаевич Задорнов, который является автором и героем нашей программы. В студии в Москве продюсер станции Максим Забелин. Мы принимаем ваши звонки, их очень много, но было бы не совсем честно, если бы мы не дали возможность высказаться, или точнее задать свои вопросы людям, которые звонили в течение недели на наш короткий номер 0731. Поэтому мы решили устроить такой небольшой блиц. Сейчас прозвучат 5 лучших вопросов этой недели, и Михаил Задорнов на них ответит. Блиц. Я волнуюсь. Не формат. Блиц. 5 самых неожиданных вопросов за неделю. Номер 1. Добрый день, меня зовут Павел Юрьевич. Мне было бы интересно узнать, можно ли создать комплекс передач или небольших таких отрывков о русском языке, так как вы его видите. Все, спасибо. Я обязательно это сделаю, но чуть позже. Я просто сам еще не готов. Я с такой страстью отношусь к русскому языку, что легко допускаю порой ошибки. Но обязательно это сделаю. Я благодарю вас за такой вопрос. Вы такими вопросами даете мне силу, потому что сегодня очень много открылось в связи с русским языком, но это блиц, я не могу выдать всего, что хочу выдать, но когда-нибудь я это обязательно сделаю. Не формат. Блиц. 5 самых неожиданных вопросов за неделю. Здравствуйте, я Косолапов Владимир Михайлович. Хочу задать такой вопрос. Вот вернуться к значению слов. Вот уважать, уважить, это откуда такое слово пошло? Спасибо. Я не могу вам ответить. Я посмотрю в словарях. У меня есть предположение, потому что «ва» — это вообще такой крик, до сих пор кричат «вау». Но в пранароде это означало семя. Семя, дающее какое-то плодородие. Причем как при продолжении рода, так и для урожая. Поэтому уважить — это как бы пожелание плодородия. Но сегодня это же другое значение. Я тебя уважаю, ты меня уважаешь, и люди выпили. Ну, так же многие слова изменились. Страдать означало убирать страду, а теперь это страдать. То есть работать для русских стало страдать. И так часто происходит с сегодняшними словами. Неделя была один день,
понедельник, воскресенье, ничего не делать. Поэтому понедельник по неделе. А теперь неделя все 7 дней. Вроде как ничего не делал, все 7 дней захотелось. Слова меняют смысл со временем, об этом обязательно надо будет говорить. Но слово «уважить» я все-таки внимательнее отнесусь к вашему вопросу. Не формат. Блиц. 5 самых неожиданных вопросов за неделю. Я хочу спросить, как Михаил Николаевич относится к деятельности православной церкви? Вы знаете, хороший такой вопрос, вообще не для Юмор-ФМ, во-первых, начнем с этого. Вера – это святое, и над этим шутить я никогда не буду. Я отношусь не только к православной церкви, а к любой церкви с уважением, потому что это плодородие души. Я бывал в храмах самых разнообразных религий в мире и везде чувствую себя хорошо. Я человек по крещению, по рождению православный. Мои родители были православные. Мне очень нравится это слово. Славь, правь. Правь – это правда. Но сегодня, к сожалению, многие попы, есть слово «батюшка» от слова «батя», «папа», а есть попы. О попах писал еще Пушкин. Но когда я говорю слово «поп», ко мне придираются, а к Пушкину не придираются. Тем не менее, многие попы нехорошо поступают и позорят нашу веру. Они ходят в золоте, они любят богатство. Я считаю, что истинная вера в Бога и роскошь несовместимы. Поэтому я считаю, что есть религия, а есть вера. Православие – это вера, а церковь зачастую – это аппарат и религия. Вот слушайте, что говорят попы, но не делайте так, как делают попы, сказал мне кто-то. Я в какой-то степени с этим согласен. Не формат. Блиц. 5 самых неожиданных вопросов за неделю. Алло, здравствуйте. Меня зовут Андрей. Я хотел бы задать такой вопрос. Как относятся нынешние власти в лице Путина, Медведева к Михаилу Задорнову? Спасибо. Очень коротко отвечу. Никак. Меня для них нет. И я Хотя иногда вот съезжу на Курилы, а через... Три месяца Медведев туда поехал. Съездил из Хабаровска в Читу по автодороге. Путин через 3 месяца поехал. Правда, он на «Ладе» поехал. Я-то на джипе, на хорошем. Я покруче буду. Но такое ощущение, что они иногда меня слушают, а иногда подслушивают. Но все-таки однажды, я рассказывал об этом со сцены, ко мне 2 ФСБшника пришли и сказали: мы вас просим, чтобы слово «Путин» со сцены не было произнесено. Было это довольно давно. Я говорю, что а слово «задница» можно произносить, по-вашему, со сцены? Вот по телевидению, они говорят, да. Я говорю, ну это что, более приличное слово, чем то, о котором вы сказали? Ко мне больше никто никогда не приходил. Но ко мне больше действительно никто не обращался с такими вот требованиями что-то вырезать. Я имею в виду из ФСБ. Я вам скажу почему. Их интересует прибыль, они стали торгашами. А я им прибыли никакой не даю. Я им пофиг дым. Не формат. Блиц. 5 самых неожиданных вопросов за неделю. Здравствуйте, меня зовут Анна, я из Москвы. Я бы хотела, чтобы Михаил Задорнов дал оценку 4 годам президентства Медведева. Спасибо. Ой, ну я это дал в своих концертах. Я коротко даже не смогу выразить все, что наболело на душе за это время. Но это сплошная потеха. Вот это когда... России начинает управлять топ-менеджер всей Руси, этот айфон Айпадович, Твитрий Нанотольевич. Уж как только я какие прозвища ему не давал. Ну, наверное, все-таки Россией должен управлять человек, который знает жизнь в России. А человек, который вырос в интернете, воспитан интернетом, который думает, что модернизация – это главнейшее, что должно быть сегодня в России, а не дороги, не водопроводы, не чистый воздух,
Ну, я об этом говорил очень много. И, конечно, его ошибки надо исправлять, не говоря уже... Вот Путин начал свою предвыборную кампанию, говорит, надо изменить то-то, то-то. Да одно только, одно скажи, Путин, сейчас из-за него проголосует плюс 20% к тому, что он сегодня имеет. Убрать реформу образования, пересмотреть, и все. Но Медведев все-таки воспитан интернетом. Он не знает жизни, но он человек искренний, он верит в то, что говорит, и у него трогательные глаза, похожи на два шмеля таких, и когда он сказал урне спасибо, он сделал это вполне искренне. Он действительно, он верит, что можно в Твиттере выработать национальную идею России. Он думает, что она уложится в это количество знаков. Михаил Николаевич, я просто думаю, что сейчас пришло время к одному замечательному произведению, о котором мы говорили с вами перед началом программы, и оно очень укладывается во взаимоотношения власти нынешней и народа, и то, как это было раньше. Я говорю... Ой, тогда я могу да. уточнить, да? Если я да, думаю, конечно. Я ваш намек понял, потому что мы кое-что обсуждали. Я сделал подарок Евгению Евтушенко на его юбилей. Начитал его стихи и подарил ему диск, начитанный мною. Евтушенко, я как-то упоминал у вас это, прослушал, прослезился, сказал, гениальные стихи, сказал он. И я к чему это говорю? Вот мы сейчас говорим о сиюминутном. У большинства из нас сиюминутное мышление. Это плохо, это не стратегия. А есть разговоры о вечном. И, к сожалению, мало вопросов идет о вечном. Вот о русском языке спросили. Там еще какой-то вопросик интересный проскочил. А я такой же становлюсь сиюминутный в этой передаче, к сожалению. Но хочется иногда и о вечном. Вечное, знаете, чем замечательно? Оно вечно. А о Медведеве, о Путине, извините, забудут. А про Нефертити будут... помнить о красоте женской вечно. Нефертити. Как крутите, не вертите, существовала Нефертити. Она когда-то в мире оном жила с каким-то фараоном, но даже если с ним лежала, она векам принадлежала. И он испытывал страдания от видимого обладания, носил он важно облачение, произносил он обличение, он укреплял свои устои, но, как заметил Авиценна, в природе рядом с красотою любая власть неполноценна. И фараона мучил комплекс неполноценности. Он комкал салфетку мрачно за обедом, когда раздумывал об этом. Имел он войско, колесницы, но она глаза, ресницы. И лоб звездами озаренный, и шеи выгиб изумленный. Когда они в носилках плыли, то взгляды всех глазевших были обращены, как по наитию, не к фараону, к Нефертити. Был фараон угрюмым в ласке и допускал прямые грубости, поскольку чуял хрупкость власти в сравнении с властью этой хрупкости. А сфинксы медленно выветривались, и веры мертвенно вываривались, но сквозь идеи и события, сквозь все, в чем время обманулось, тянулось шеи Нефертити и к нам сегодня дотянулось. Она в мальчишеском наброске у монтажницы на брошке, она кого-то очищает, не приедаясь, не тускнея, и кто-то снова ощущает неполноценность рядом с нею. Мы с вами часто вязнем в быте, а Нефертити... Нефертити сквозь быт, события, лица, даты, все так же тянется куда-то. Как ни крутите, ни вертите, но существует Нефертити. Звоните, пишите, спрашивайте. Задорнов отвечает. Не формат. На Юмор-ФМ. Друзья, мы продолжаем нашу программу. Она называется «Неформат». В эфире Юмор-ФМ. «Неформат» с Михаилом Задорновым. Я позволю себе... Прав Евтушенко да. был. Гениальные стихи. Я когда думаю... сказал сам о себе. Да-да-да, я даже молодец. Не хочу комментировать, потому что я заслушался, и даже у меня вылетела из головы тема, которую я хотел обсудить следующую, но тем не менее я... Звонок, наверное, есть. Будет тема, нет? У нас есть звонок, но давайте к нему чуть вернемся позже, потому что Хорошо. Я хочу закончить немножко историю, связанную с властью.
И поскольку так уж сложилось, что наша сегодняшняя власть, она интегрирована, используя это слово, в мировое такое сообщество, и без Америки не обойтись, особенно если учесть визит Киссинджера, который не так давно случился, попалась мне на глаза... Я не угадываю, к чему вы клоните. Да, ну... мне попалась на глаза такая новость. Исследователь искусственного интеллекта из Сингапура Хуманаса Мани разработал робота для передачи поцелуев. Робот представляет из себя небольшой пластмассовый шар в виде зайчика с искусственными губами. Для передачи поцелуя на расстояние понадобятся два таких робота. Ну, дальше следует рассказ о том, что они подсоединяются, например, к скайпу, да, и два общающихся человека, в принципе, могут каким-то образом, припадая вот к этому зайчику, почувствовать некий поцелуй. То есть у нас так скоро, видимо, дойдет и до того, что не надо будет мужчине с женщиной вообще общаться, чтобы все через зайчиков передавать. Но самое интересное, что этого робота зовут Киссинджер. Есть! Есть! Как хорошо названо! Ведь кис — это Киссинджер от слова кис. Кис — это целовать по-английски. Кстати, да. Это от древнего славянского слова «касаться». То есть англичане, целуясь, касаются. Главное для них коснуться. Но вот этот робот, вот извращенность европейских народов и подчиняющихся европейским взглядам. Робота для поцелуев. Нормально? Что такое целую? Целую по-русски означает целое. Когда мужчина целует женщину, соединяются мужская и женская энергия, и получается единое целое. Целительство отсюда. Поцелуями лечить надо, а не виртуально их передавать. Позже западные уже люди понимали это как касание друг друга. Киссинджер, точняк. Это поцелуя посылающий в переводе, наверное, с английского. Если double S туда засадить, то будет так. Но я что хочу сказать про Киссинджера. Точное название для робота Киссинджер. Слушайте, ведь действительно Киссинджер возит поцелуи в разные страны от имени Америки. Такие поцелуи Иуды привозит. Вот к нам приезжал, привез пару поцелуйчиков. Интересно другое. Но знаете, о чем хочется сказать, напомнить или даже, ну, тем, кто не знает, рассказать. У нас же с Америкой были классные отношения. Вообще, американцы и русские, они друг к другу тянулись когда-то. Очень любили друг друга, были похожими друг на друга. Наши отношения испортили Киссинджеры. Финансуны и нефтегребы. Вот что я имел в виду. А вот такой пример приведу вам. Линкольн. Начинается война. Я немножко поговорю серьезно, чуть-чуть дайте мне возможность. Это. Ну вот Линкольн. Мы все знаем, что... Благодаря Линкольну было побеждено последнее рабство на земле. На юге существовало Америки рабство, началась война севера с югом, север победил, демократия победила. Да? Да. Мы все знаем. Но мы не знаем, что Линкольна не было средств на эту войну. И он обратился к банкирам английским. Английские банкиры ему сказали, мы тебе дадим деньги, но эти деньги будут нашей собственностью, все деньги Америки. И если ты захочешь что-то сделать, ты должен у нас арендовать эти деньги. Прекрасно понимал Линкольн, что грозит Америке, а он был патриотом Америки. И он отказался и загрустнячил. И тут его выручил, как я уже неоднократно говорил. Хорошо, что вы сидите, вдохните воздух в грудь. Царь русский Александр II. В 1862 году царь наш отменил крепостное право, которое тоже очень напоминало рабовладельчество. И он написал Линкольну: надо избавиться от рабовладельчества по всей земле. Вы великая страна. Я недословно передаю текст. Смысл его, этого письма. Я дам тебе деньги на войну против рабовладельческого юга. И дал такие деньги. И прислал эскадру. И прислал моряков. И морской десант. Они воевали на стороне Линкольна. Конечно, победили не благодаря нашим десантникам. Но я был в Сан-Франциско на могилах этих погибших в ту войну русских моряков. Некоторые из них выжили, но потом жили все равно в Калифорнии и похоронены на том же кладбище. Мы ничего этого не знаем. Даже мы, не говоря уже об американцах, мы даже не знаем, что когда Америка получила независимость в войне с Англией, Англия хотела устроить бойкот Америки и такое эмбарго, и блокировать своими кораблями Америку. И тогда Россия
Именно Россия сказала Англии: если это случится, мы объявим вам войну. Присоединились к России Норвегия, страны европейские, и Англия струсила и сняла блокаду. Смотрите, какие отношения были. Я понимаю, юмор ФМ. Поэтому надо бы разбавить чем-то не таким серьезным. У меня есть чем этот разбавить этот монолог. Есть несколько версий существования зарождения Окея. Окей сегодня говорит почти, ну, большее число людей на Земле. Это простое слово, в зависимости от интонации, понятно, к чему это адресовано. Хотя по-русски мне это не нравится. Мне нравится, когда хотя бы говорят «окей» на «океюшки». Как-то, чтобы по-нашему звучало. Но образмерить так суффиксами можно только у нас. Так вот, одна из версий главных, таких, которые считаются официальными, что один писарь перепутал и «окей» написал неграмотно, допустил в двух словах две ошибки. «All correct». «Correct» через букву «C». Значит, это уже не «K», а «C». А «all» через букву «A», а не «L». И получается, что «окей» должен быть «AC», а произносится «окей». Какой-то писарь перепутал, что-то нереально. И благодаря ошибке писаря по всему миру распространилась. Мне нравится другая версия из четырех предложенных разными людьми в мире. Мне нравится вот какая версия. Тут даже вдохнуть воздух в грудь вам не поможет. Те самые русские моряки, которых прислал Александр II на помощь Линкольну, очень любили говорить такое так: «очень хорошо». «Очень хорошо», русские говорили. Извините, «очень хорошо», «очень хорошо». И лица светились счастьем в этот момент. Американцам так нравилось, как светились лица русских этих, ну, солдат, моряков, десанта военных, что им хотелось повторять эти слова, но они не могли это повторить. И говорили «очень хорошо». А потом сократилось «очень хорошо» до «окея». Знаете, доказательств нет, кроме одного косвенного. «Окей»-то официально появился в это время в Америке, а не тогда, когда писарь при Вашингтоне допустил эту ошибку. Всякое может быть, не претендую на то, что я абсолютно прав, но грусть есть в этом рассказе тоже. Да, Александр II помог Линкольну, чтобы тот не попал под власть финансунов мировых, банкеров. Но и Линкольн, и Александр были... Вот что значит идти против сегодня нефтегребов всерьез. Однако это должно, эта история должна нам напомнить, что мы можем существовать во взаимоподдержке и взаимоуважении, если не будем слушать выступления некоторых сатириков, порочащих эти сегодняшние. Михаил Николаевич, у нас есть... Значит, я прав сказал. Да, точно. У нас есть звонок из Сочи. Давайте послушаем. Добрый вечер. Михаил Николаевич, меня зовут Владимир. Как вы откомментируете выступление Медведева о том, что на строительство сочинских объектов олимпийских песок и щебень, которые возят из ближайших карьеров, стоит 800 рублей за куб против 250, которые стоят по всей России? Да, собственно, назвав цены, вы уже все откомментировали. Я вообще скажу, что России Олимпиада не нужна. Друзья мои, какая Олимпиада может быть в стране, в которой нет дороги, нет воды нормальной, чистой? Из водопроводов течет такая вода во всех городах, что зубы ржавеют в 30 годах. Это пижонство, это выслуживание перед Западом. Это деньгогребство из казны. Я, например, считаю, что это показуха, все, что связано с Олимпийскими играми. Ни Олимпийские игры, ни чемпионат мира по футболу у нас проводить не следует. С точки зрения здравомыслия, эти деньги должны пойти на улучшение быта в России, ведь быт в советское время был развален. Да, образование было, но я не призываю ведь к возвращению в советские времена. Если мы вернемся в советские времена, у нас у всех зубы золотые снова будут. У нас стоматологии не будет. Нам, вы сами понимаете, нам носить нечего будет. Мы будем радоваться купленной паре обуви, пришедшей из Германии фирмы «Саламандра». Возврата к прошлому нет. Да. Но и к будущему так идти нельзя, когда за две вместо 200 рублей 800 берут. Это вы про что он сказал? Про песок? Да. Про песок, да? А теперь скажите, почем песок и щебень. А вы почитайте щебень,
посчитайте кирпич и все остальное. О, не, все, я грустнячить не хочу, все, противно думать. Хорошо, мы продолжаем программу «Неформат». У нас, напомню, установлен радиомост. Ой, а вы знаете, да. простите. Более того, у нас же будут только 4 кольца олимпийских. Вы знаете, да, там же 5. Но на Сочи Олимпиады будет 4. Одно украдут. Ну, золотое. Да, у нас из Самарской области звонок от Екатерины. Катя, здравствуйте. Здравствуйте. Вот Михаил Николаевич говорит сейчас в сцене о том, что в России много хороших людей, но плохие лучше объединены. Вот часто это относится к молодежи, например, что много агрессии, безразличия в людях. Вот наверняка есть какой-то рецепт, чтобы объединить хороших людей и повлиять на плохих. Классный вопрос. Ответа на него нет. Потому что в истории так еще ни у кому не удавалось, к сожалению. Но верить, как и вы, я продолжаю в то, что, может быть, удастся. И я думаю, хороших людей все-таки объединяет чувство юмора. Когда смеемся над бесами, сами становимся лучше. Нас объединяют мысли, надежды и вера. У нас продолжается программа «Неформат», 0731, номер телефона для звонков с ваших мобильных. Звоните, пишите нам 8870. Через несколько минут мы вернемся в студию. Программа «Неформат» продолжается. В студии в Москве Максим Забелин, продюсер радиостанции «Юмор-ФМ». У нас установлен радиомост с нашей студией в городе Рига. И на прямой связи находится автор и ведущий программы «Неформат» Михаил Задорнов. Мы решили, что среди итогов недели есть некоторые темы, которые заслуживают определенного внимания, и по ним можно коротко пройтись, поэтому я позволю себе зачитывать сообщения, а Михаил Николаевич будет их комментировать. Так, собрался отвечать коротко. Агентство Росбалт сообщает, что американские психологи провели длительные исследования, в результате которых выяснили, что сайты знакомств заставляют людей лениться. Эксперты посчитали, почему нельзя заменить личную встречу общением на сайтах знакомств. Они говорят, что люди на сайтах знакомств, начиная переписываться, утрачивают интерес к личной встрече и в итоге не встречаются. Ой, ну слушайте, ну они все-таки тупые. Ну я поражаюсь. Им надо было исследовать это с научной точки зрения. А вот просто так по-человечески они этого понять не могли. Что приятнее познакомиться с женщиной, а женщине с мужчиной, вот так потрогать, заглянуть в глаза друг друга. Им для этого научно-исследовательский институт нужен был. Знаете, в связи с этим расскажу вам интересную историю, как они исследовали лобовое стекло самолета. И наши ученые им сказали, что, ну, там птица может удариться в лобовое стекло самолета и разбить его. И наши ученые им предложили, на месте, на стенде, запускать из пушки курицу, птушку куриную. Те выпускают, а все, и как долбанут этой курицей из пушки, вдребезги стекла, каждый раз. Они ничего понять не могут. И говорят нашим, мол, а там наших много работ. Вы, говорит, неправильный эксперимент, не получается. А те говорят, а вы как? И тут хорошо, что и тут все вдохнули воздух в грудь. Оказывается, американцы замороженной курицей запускали из этой пушки. Забыли вот эти их эксперименты, конечно, чудо. Давайте, простите, долго отвечал. Следующий очень в тему оказался момент. Известный мошенник обманом возглавил французский аэропорт по поводу самолетов. Во Франции ранее неоднократно судимый мошенник смог обманным путем возглавить международный аэропорт города Лимож. Об этом пишет французская газета «Ле Фигаро». Подделав документы, 43-летний Жан-Пьер Гийяр смог составить себе безупречное резюме. Он довольно долгое время, несколько месяцев, руководил воздушной гаванью, пока его афера не раскрылась. Сразу после разоблачения он был уволен, но любопытно, что руководство не намерено подавать на него в суд. По их уверению, самозванец на посту руководителя аэропорта прекрасно справлялся со своими обязанностями. Ой, я сейчас вот... Я, кстати, слышал об этом. Скандал во Франции. И я должен сказать, знаете, вот какие же они наивные французы. Какие они чистые душою. Один человек, жулик, оформился на большой пост, у них скандал. У нас один честный там наверху. И никаких скандалов нет. И все друг друга устраивают. Но вообще идея оформлять деловых людей, вот так скажем. Жулики часто становятся деловыми людьми. На посты вообще, честно говоря, мне нравится. Я когда-то предлагал бандитов из разных группировок оформить работать в Министерстве МВД.
Слушайте, порядка было бы больше. Во-первых, у них оружие лучше. У них лучше, они лучше стреляют. Они сильнее. Они тренируются физически. И они, главное, бандиты наши, подчиняются своей вертикали власти. В министерстве был бы порядок. Но это утопия. Следующая новость, как нельзя в тему. Полицейских в Швейцарии будут нанимать через Facebook. Полиция швейцарского кантона ВО будет нанимать офицеров через Facebook. К марту 2013 года местное управление рассчитывает нанять около 40 сотрудников с помощью, внимания, размещенной в интернете игры конкурса, где участникам, мужчинам и женщинам в возрасте от 18 до 25 лет, выдаются виртуальный пистолет, виртуальная машина и издается некое виртуальное задание, которое они должны пройти. Соответственно, единственное, что нужно, это иметь швейцарское гражданство. Ой, ну замечательно, еще виртуально отжаться от пола. Виртуальные нормы ГТО сдать. Facebook, мне так нравится, через Facebook, это круто. Вот у нас круче, у нас через не Facebook, а ФСБ. Вся работа. Кстати, знаете почему ФСБ и ФБР? Смотрите, две трети сотрудников общие и две трети букв общих в этих аббревиатурах. Им у наших надо все-таки учиться. И у нас есть вопрос в тему из Екатеринбурга. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. А, простите, простите, Виталий, побудьте, не отключайтесь. Вот, хорошая мысль пришла. И преступников они должны ловить виртуально в Швейцарии и сажать в тюрьмы фотороботов составленных. Давать им сроки. Виталий, я вас слушаю. А вы знаете, вот... Да. Говорите, знаете, говорите. Вот, у нас... Можно, да? Можно, можно, все, мы с вами. А вы знаете, вот у нас милицию в полицию переименовали. А, у меня такой очень интересный случай произошел. Останавливает меня сотрудник ГАИ. Да. И просит предъявить документы. Я, в общем-то, изучал английский, но у меня сестра двоюродная изучала немецкий и некоторые так вот вещи. И вот, ну не знаю, вот так в голову что-то вот так вот. Он документы, я говорю. Да, Ausweis. Он на меня глазами смотрит. Я говорю, bitte, der Polizei. Его взгляд был, вот, я просто не знаю. Мне вот интересно. Вот как вы можете вот просто сказать? Вот мне интересно, вот я не понимаю, вот говорили про Белоруссию. Если там ведут полицию, то, наверное, партизаны... Там не ведут полицию. Если в Белоруссии милицию переименуют в полицию, неправильно поймут партизаны, сохранившиеся в белорусских лесах. А, ну это, знаете, самое хорошее в этом, что вот вы, и не вы же один, и не только я, а многие смеются над этой ситуацией. Что может быть лучшим ответом нашему Чемберлену, это придумавшему все? Ну, с полицейскими с этими, я по-моему, мы уже не раз обсуждали эту тему с полицией. Да, милиция все-таки, милые лица. А да. Полиция, извините, полулица. Мы уже говорили. Да, у нас подводятся итоги недели. И поскольку программа приближается к своему завершению, я хотел бы поднять одну тему, которая на этой неделе стала достоянием общественности. Новость пришла из Риги, где сейчас находится Михаил Задорнов. И, Ну, тогда я знаю, о чем это. Я слушаю, я понял, да. Так вот... Сегодня здесь шум по всему городу. Да, вот прокомментируйте. Я в такси ехал два раза. Оба таксиста мне рассказали про эту новость. А сейчас, прошу, внимание, вопрос. Да, да, очень. Это новость новостей для ла... Здесь вообще новости своеобразные. Я, знаете, простите, когда приезжаю сюда, меня поражают здешние новости. Гудит пол Латвии, например, собака укусила пограничника. И у них так это переживает. Или три выдры, которые послали из зоопарка в Ирландию, из Рижского, сдохли. Их так... Так это волнует, это по сравнению с российскими новостями, такое фуфло все, но та новость, о которой вы хотите сказать, она и нас в России касается. Да, председатель жюри фестиваля «Новая волна», который проходит и 10 лет уже проходил в Юрмале, Игорь Крутой заявил, что отныне фестиваль не будет проходить в городе Юрмала. Ну, причин называется несколько, и сразу же последовала реакция.
Президент республики Андрис Бернзинш считает, что переносить международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» из латвийского города-курорта Юрмала в другой город неразумно. Это удивило главу государства. Он рассчитывает на какие-то объяснения. Удивленного главы государства рядом с вами сейчас нет, Михаил Николаевич, но как вы можете это прокомментировать? «Новой волны» в Юрмале больше не будет. Где? Знаете, Крутой прав. У него крутой, верный взгляд на то, что сегодня происходит. Я открою секрет, который неведом телезрителям. За кулисами нет достаточного количества переодевалок, то, что называется гримерных. И когда крутой, для такой крутой новой волны требует, чтобы сделали ремонт, привели в порядок раздевалки, душевые, туалеты, он прав. Это же там красиво все внешне, но внутри сарайно очень. И, например, Алла Борисовна приезжает, ей дают чудную гримерку, и правильно, она это заслужила. Но приезжает Хворостовский, а у него-то уже нету гримерки. Или он должен идти и проситься зайти в туалет к Алле Борисовне Пугачевой. Ну как? Конечно, они правы. А местная юрмальская дума не хочет идти навстречу и проводить ремонт. Я думаю, что в этом основная причина. Кроме того, знаете, если что-то не получается, значит, кто-то недоподелил деньги. Там есть ресторанные столики, из-за этих ресторанных столиков тоже возня, кому будет принадлежать прибыль, фирме, которая принадлежит городской думе, или фирме другой. Короче, все из-за бабок, понял, и не надо лохматить бабушку, слышь, да? Михаил Николаевич, но ведь есть люди, которые поют не только на «Новой волне», они могут даже отбираться, не знаю, на Евровидение. Но обидно, мы готовились своим коллективом театральным, который был создан в 72-м году. Мы были театром самодеятельным, мы до сих пор встречаемся, иногда поем за столом, а иногда и со сцены в нашем родном Московском авиационном институте. Все, кого вы сегодня услышите, им уже под 60 лет. Но мы готовились всерьез, и мы... Одну из наших любимых песен хотели бы спеть на «Новой волне». Поскольку «Новой волны» не будет, потому что бабки не поделили, я бы хотел, чтобы хотя бы у вас она прозвучала. Программа не формат, поэтому все возможно. Я хочу попрощаться с нашими радиослушателями до следующей недели. В студии в Москве для вас работал Максим Забелин, Михаил Задорнов из студии «Юмор-ФМ» Рига. Давайте послушаем сейчас в финале программы «Не формат» песня, которая называется «Мир сверху». Далекие страны летят неустанно птицы, а все же обидно, что сверху не видно лица. Я тоже летаю, я тоже глотаю ветер, и ждут меня всюду хорошие люди, дети. Грусть я, оробенья, велика устанья, Нидергандия, Голодандия, велика блистанья, и не Греция, не рыдания, да Свишвеция, до свидания. Сверху я понял, что нету Японии и Африки, но делят на страны весь мир, это странно, ведь прав я. И понял я все же, что сверху похожи все горы, все страны похожи, поймете вы тоже скоро. Грустия, Арабения, велика устанья, Нидергандия, Голодандия, велика блистанья, и не Греция,
не рыдания, до свидания.